Всем добрый вечер. Позволю себе снять маску, ну, а вам не рекомендую. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Накануне дня рождения города Томска, 7 июня, напомню вам, мы вот решили все-таки провести этот концерт, который называется «Поклонимся великим тем годам», где прозвучат, ну, любимые, известные мелодии военных лет. Вы их все будете вспоминать, подпевать, притопывать ногами. Это же все-таки такой, ну, джазовый концерт, если хотите, потому что на сцене Томский муниципальный джаз-оркестр «Студио 62». Thank you.
Джаз-оркестр ТГУ-62. Пожалуйста. А сегодня два, и, точнее так, аж два томских муниципальных коллектива для вас на этой сцене. Поэтому я с удовольствием приглашаю Томский муниципальный фольклорный театр «Разноцветье». Встречайте, пожалуйста. И в этом году, я с удовольствием это говорю, театру «Разноцветье» исполнилось 30 лет. Поэтому аплодисменты еще разок. Продолжаем наш концерт. Встречайте, пожалуйста. Мир на небо над грязью.
еще живы, все еще живы, все. Дорогие.
долины, сквозь бургу огонь и черный дым. Мы вели машины, объезжая мины, по путям дорогам кварталы. Мы путь дорожка кантовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще новые дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще новые дела. Берлину, между прочим, был друзьями легок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал в шоферах. Путь дорожка кантовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще горе дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще горе дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость невдалек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорог. А путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас. Разлилась заря вдали алым цветом, крик роняют журавли в бабье лето. Ах, журавки, в сентябре не кричите, вдов солдатских на заре не будите. Ах, журавки, в сентябре не кричите, вдов солдатских на заре не будите. Пусть они еще поспят до зарю, хоть во сне своих солдат доцелуют. Пусть забудут, что весна не вернется, паутинкой седина в косах вьется. Верность пусть они хранят сердце свято, что закрыты двери хат знали сваты, а любовь они хранят в сердце прячут, и лишь песни не молчат, песни плачут. Ой, не гордиться, нам бы верности такой научиться. Разлилась заря вдали в небе синем, не будите, журавли, вдов России. Разлилась заря вдали в небе синем, не будите.
Когда говорят о тяжелых 4 годах Великой Отечественной войны, на мой взгляд, почему-то мало останавливаются на таком историческом моменте, как открытие 2-го фронта. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Но, как говорят очевидцы, да и историки, 6 июня 1944 года наши союзные войска, точнее, союзных государств, открыли все-таки этот 2-й фронт. Но вместе с войсками, конечно, летели и оркестры, действующие там в армии. И так оказался на территории Франции оркестр под управлением Гленна Миллера. Причем там судьба такая очень туманная, но вместе с тем знаем факт, что оркестр этот погиб, перелетая Ла-Манш. Ну, а коль скоро оркестр, значит, обязательно талантливые люди и, конечно, новые композиции. Вот так родилось произведение, которое мы для вас сейчас исполним. «Американский патруль». Джаз-оркестр ТГУ-62. Джаз-оркестра ТГУ-62. Такое соло сыграли. Сергей Филиппов, пожалуйста. А мы продолжаем наш концерт. Пожалуйста.
Осталось испытание
объятья вечности, словно птицы над рекой. Мы в бою пропали без вести, не найдя в земле покой. Мы не погибли, мы просто ушли, просто ушли в небеса. На безымянных высотах земли наши слышны голоса. Будут вечно наши матери ждать о нас любую весть. Все, кто веры не утратили в то, что мы на свете есть. Неживые и не павшие, не пришедшие с войны, просто без вести пропавшие, сыновья своей страны. Не погибли, мы просто ушли, просто ушли в небеса. На безымянных высотах земли наши слышны голоса. Теплый дождь морозит весной, матки,
Спасибо. Я вот что подумал. Давайте вместе попоем, а? Вот такой расширенный хор Центра культуры ТГУ, джаз-оркестра ТГУ-62 и театр фольклора «Разноцветье». Есть такая песня. Она называется, вот тут я даже читаю, «Давай закурим». Ее все знают. Вы поддержите, пожалуйста. «Давай закурим, товарищ, по одной, давай закурим, товарищ мой». А кто помнит текст, можете вместе петь. Договорились? Давайте. О походах наших, о боях с врагами долго будут люди песни распевать. И в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. О боях пожарища, о друзьях товарища. Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной, давай закурим, товарищ мой. Когда не будет фашистов и в помине, и к своим любимым мы придем опять. Вспомним, как когда-то шли по Украине. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. О боях пожарища, о друзьях товарища. Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной, давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ мой. Ну, мы все молодцы. Сводный, чуть-чуть нестроенный хор имени 3 июня 2021 года, да? Песня для вас. Мишка Одессит. Поет Анастасия Сатарова. Пожалуйста. Мишка
голубом. Красавица Одессе, мальчишка голоштанный, с ребячих лет считался заправским моряком. Если горькая обида мальчишка станет донима, и мальчишка не покажет вид, какой покажет разума. Я не сибиришка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет гордости духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденький парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крике и пальбе. Парнишке не бывает страшно, а станет страшно, скажет он себе. Я десятишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрости духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен. В глубокой тишине без трупы барабанов Одессу оставляет последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы тело. Когда войдет обратно походкой чеканной в красавицу Одессу усталый батальон, и уронив на землю розы знак возвращения своего, парнишка наш не сдержит слезы, но тут никто не скажет ничего. Хоть одесситишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Хоть ты моряк, Мишка, моряк не плачет, на этот раз поплакать по праву не беда. Анастасия Сатарова. Которого любила,
Расцветали яблони и кружки.
Джаз-оркестр ТГУ-62. Спасибо. И в заключении концерта я с удовольствием приглашаю на эту сцену всех участников нашего вот этого культурного события. Пожалуйста, Анастасия Сатарова. Встречаем. Ну, пожалуйста. Это же дебют. Денис Лубенской. Пропавшим без вести. Денис Лубенской. Томский муниципальный фольклорный театр «Разноцветия», художественный руководитель и режиссер, заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Дробышевская. Пожалуйста, бурные аплодисменты. Yeah.
Спасибо вам за теплый прием, за терпение. Поклонимся вместе великим тем годам. Спасибо. Спасибо.